Отже, нагадаю, у нас в гостях народний депутат від опозиційного блоку Євген Балицький. Доброго дня, пане Євген. Добрий вечір. Ще раз скажу, що ви перший депутат опозиційного блоку, який в мене в студії. Також скажу, що ми часто народних депутатів, я, зокрема, сваримо, коли вони приходять, ми їх питаємо, а чому ви там за останню сесію не були на роботі? Там? Ми вас викликали в робочий час, відірвали вас від роботи. І тому про це я вас питати не буду, але я так розумію, що ми сильно вас ні від чого не відірвали, бо ні сьогодні, ні вчора ви не проголосували за жодне питання порядку денного. Опозиційний блок має свою в цьому відношенні позицію. Наші питання, які ми поставили в повістку дня, вони не доходять навіть до голосування. Наші законопроекти, які ми подаємо, к сожалению, узурпируя власть таким образом, більшість не виставляє наші питання взагалі. Это очень оскорбляет наших избирателей. Это очень оскорбляет тех, кто голосовал за нас. А за оппозиционный блок проголосовали 10% в основном юго-востока страны. Юга, юго-восток. Тому вы не голосуете в принципе? Нет, мы голосуем... Я просто до чего? Я хочу зрозуміти, чи ми вас від роботи відірвали, чи від просто ну, вообще-то, я практически закончил рабочий день. Ну, да, действительно, несколько минут в конце я ушел чуть-чуть раньше. Мы голосуем за социальный пакет, мы голосуем за законы, в первую очередь, которые касаются жизнеобеспечения нашей страны, но за реформы, которые сегодняшняя власть выставляет как свои достижения. Это касается реформы образования, это касается реформы медицинской, это пенсионной реформы. И блок вопросов вокруг них, которые связаны с обнищанием нашего народа, в первую очередь это касается тех территорий, тех частей нашої країни, яку ми представляємо. Це юг, юго-восток. Гаразд. А от, до речі, про голосування і не голосування. Давно хотів запитати, не мав нагоди в когось з ваших представників. А як так виходить, що в багатьох критичних голосуваннях так голоси опоблоку знаходяться для підтримки власне, ну, позицій коаліції? Там, ну, бюджет. Ви знаєте, я, звісно, чесно скажу, не допущен к... скажем так, главным переговорным моментом, потому что я мажоритарщик, я вошел в опоблок уже после того, когда эта политическая сила сформировалась. Вы не приходите на фракцию? Нет, я прихожу на фракцию, я работаю, но эти вопросы обсуждаются, если мы говорим о каких-то кулуарных договоренностях, я не буду говорить, что их нет, это будет нечестно. Но я просто в них не принимаю участие. Но могу сказать... Вы голосуете разом с фракцией? Да, правильно? Я голосую как... Я в прошлом военный летчик, и для меня очень важно, чтобы дисциплина была. И в предыдущем созыве, когда был в партии регионов, и сейчас я выступаю за то, чтобы дисциплинированность была не только внутри фракции, но и в зале. Это касается явки, это касается кнопкодавства, это касается ряда других нарушений регламента. Ну, вы же зауважили в кнопкодавстве, зокрема, и в том, что потом показывали средний палец журналистам. Сейчас я закончу по первому вопросу. Так ну, вот, давайте. Если говорить про вопросы, где мы голосуем, где мы не голосуем. Очень часто такая ситуация, к сожалению, нам заставится в вину, что мы тут мы голосовали, здесь мы не голосовали. Если мы только голосуем «за», нам говорят, что мы подыгрываем Порошенко. Если мы голосуем, если мы что-то не голосуем, как вот сегодня, вы говорите, что мы, ну или вы, или журналисты, я в данном случае не вас лично обвиняю, то нам закидают то, что мы за что-то не голосовали. Поэтому у нас есть своя концепция. Мы ответственны в первую очередь перед выборцами, перед своими. И только им решать, что правильно мы делаем и что неправильно. Okay. И это решать на выборах. Вот. А тепер давайте, ви сказали, що ви проти кнопкодавства. Одразу запитаю. Ви були зловлені на кнопкодавстві. Більше того, коли вас при цьому журналісти знімали, ви показали середній палець. Немножко не так було. Ну, во-первых, я нажав тоді одну кнопку. Просто мене убеждають, і якщо ви покажете цей сюжет, то буде... Не покажу, бо не підготували. Ну, навіть якщо ви посмотрите на ньому, я облокотився на... панель и нажимал только свою кнопку. Это не значит, что второй рукой я нажимал еще что-то. Угу. Доказательства этого нет. Я сейчас не буду утверждать, что я никогда не кнопкодавил. Весь зал в 90% рано или поздно нажимали неоднократно кнопки. А что же вы палец-то не показывал? Смотрите, палец я показывал совершенно не журналисту. И не тому человеку, который сейчас в этом обвинял. Если бы я ему это показывал, я бы перед ним извинился. Я показывал палец этого совсем другому человеку, который это заслуживал. И если пришлось бы, я бы ему это показал еще раз. Потому что этот негодяй... Прежде чем я по батьку. Ну,
этот человек оскорбил женщину. И в данном случае я уже говорил журналистам, что ту ситуацию, которую, когда Наталью Королевскую человек толкнул, и толкнул некорректно, а потом еще сверху пытался с ней вступать в перепалки, я в этой ситуации сказал ему, что мы выйдем с тобой на улицу и пообщаемся. Okay. И это были наши с ним дела. Но это, я еще раз подчеркиваю, это не было показано журналисту. Это была ситуация, связанная совершенно моих личных моментов. Ну, просто имя по батьку, кто это? Вам это, во-первых, ничего не скажет. Потому что этот человек, ну, еще раз вам говорю, это мои с ним личные отношения. Я вам просто убедительно сказал, это не журналіст. Я показав эту вещь человеку, который поки ви не сказали, хто це, я не можу бути переконаним, але я залишаю за вами право цього не говорити. Этот человек этого заслуживал. Окей. Хотя я прошу прощения, я не горжусь этим. Я считаю, что это недостойный для депутата поступок и надеюсь, что в будущем такого за мной вы не заметите. Окей. Не можу не згадати, так, в контексті опозиційного блоку те, що прямо сьогодні відбуваються вчора судові засідання у справі Януковича. І от позиція опозиційного блоку в питанні от суду над Януковичем виглядає іноді неоднорідною достатньо. Так? Тобто, яка от ваша позиція? Чи це політичний процес, чи це справедливий процес, чи його, в принципі, не має бути, чи, ну, от як? Янукович зрадник, не зрадник. Ну. Я в предыдущем созыве был в политсовете партии. Угу. Я был депутатом Верховной Рады, я проходил, опять же, как мажоритарщик, и потом вошел во фракцию партии регионов. Я могу сказать, что нам есть за что перед своим народом просить прощения, но есть и чем гордиться. Поэтому это как любой политической силе. Что касается... А за Януковича? Сейчас стыдно, я скажу и об этом. За Януковича мне больше всего стыдно как человеку военному и как человеку верующему. Я бы ему простил те библейские, пожалуй, заповеди, это и жадность его, и даже простил бы ему его глупость. Но я не могу ему простить его трусости. То, что он убежал из страны, то, что он убежал, бросил партию, бросил 7 миллионов людей, которые голосовали, и бросил в таком состоянии, что сегодня мы пожинаем вот этот результат в стране, который произошел из-за безвластия, который произошел... Державная зрада мало месяца. Я считаю, что для меня лично, как для человека военного, как для офицеров потом в третьем поколении, я считаю, что он негодяй. При том, что когда-то я за него голосовал, сегодня я бы этому человеку, ну, пожалуй, бы точно бы не подал руки. Ну, это мое убеждение. А суд пускай вынесет свое решение. Я не думаю, что этот суд будет честным, потому что надо, вы видите, что сегодняшняя власть не имеет никаких побед. А поэтому им надо, у нас сегодня прокуратура, как спортивная рыбалка, они поймали рыбу, сфотографировались и отпустили. Поэтому они сегодня должны будут доказать, что Ефремов в чем-то виноват, хотя человек сидит уже не первый год, и никаких доказательств, ничего не происходит. Штепан Эля сидит. Хотя наш мэр Мелитополя стоял под флагами русскими и кричал «Россия, Россия!» за референдум под памятником Ленина. А сегодня он в ББП. Нелли Штепа уже ничего не доказали. Опять же, это длится следствие четвертый год. Нелли Штепу ж выпустили недавно. Ну, она же под домашним арестом. Ну так, але в нам. Ну, то есть процесс не закончен. Домашний арест – это не окончание процедуры. Поэтому если говорить сегодня о том, что будет виноватым, и в проблем то, что мы Крым потеряли без единого выстрела, и в войне на Донбассе, будет тот, кого нет. Вот поверьте, кого назначить, тот и будет виноват. Я правильно скажу, якщо підсумую, державна зрада з боку Януковича у вигляді втечі мала місце, але процес проти нього може бути упереджений необ'єктивно. Совершенно с вами соглашусь и считаю, что... Это не я сказал, я пробовал подсумовать. Я согласен с вами, что имеет место даже потому, что он бросил страну. Хотя я вам скажу, что Порошенко тоже бросил страну на несколько недель и полетел на Мальдивы, но его никто за это не снимает. Но если говорить про Януковича, я убежден, что он действительно струсил, он убежал из страны, и он заслуживает наказания своего народа. Даже если юридически он окажется прав, я бы все равно этому человеку руки не подал бы. Щодо того, до речі, хто стріляв, на вашу думку, на Майдані, просто зараз, вже незабаром, 18, 19, 20 лютого, раз ми вже підняли цю тему, то ще про це. Очень коротко скажу, я участвував в розслідуванні воєнних катастроф, авіаційних катастроф, знаю, що найголовніші результати отримуються одразу, як говориться, по-гарячому. То, что после расстрела на Майдане сразу были спилены деревья, которых были пули, то, что были кремированы мгновенно, практически на следующий день были кремированы тела, и то, что сегодня недостаточно доказательств,
кто стрелял. Вот этот факт показывает, что, на мой взгляд, еще раз говорю, я свою, говорю свою сугубо точку зрения, что нынешняя власть не хотела бы этого расследования. Тут много факторов. Или они к этому причастны, или же они просто хотят затянуть процесс и играть долго эту политическую жвачку, к сожалению, страшную, потому что погибли люди. Я до конца не могу убеждать, okay, тобто, но точно знаю, что это не было выгодно Януковичу. Вот okay. Ему это было невыгодно, поверьте. Он боялся этого. Я с ним много общался. Я общался с ним в политсовете. Он боялся, не дай бог, там любую. Он разбирал каждую ситуацию. У него трусились руки. Этот человек был загнан. И он бы не стал стрелять, поверьте. Вот. Наступне, що хотів от запитати, власне, вас. Ви, якщо не помиляюсь, в листопаді та, в ефірі одного з телеканалів сказали, що ви можете поїхати в Росію разом з своїм округом. От поясніть, це сепаратизм? Чи як смотрите, я сказав на оскорбительную в адрес... Я в адрес себя прощаю таким людям с ограниченными умственными возможностями, как Корчинский. Я не могу на себя это брать. Но когда оскорбляют мой округ, и когда он в эфире сказал о том, что вы и ваш округ, те, кто за вас голосовали, должны уехать в РФ-ку, ну, то есть подразумевая Российскую Федерацию, я не понимаю, почему здесь нету сепаратизма, когда он людей отправил в Россию. А не, когда ну, я только... Я закончил мысль. Я возьму свой округ, ну, значит... Давайте, чтобы я закончил мысль. Вы задали вопрос, я вам сейчас отвечу, вы просто услышите. Просто вы долго ответите. И зрители услышат. Тут нельзя, вас спрямовать. Тут нельзя коротко сказать, потому что очень важно, здесь черт кроется в деталях. И я тогда поставил под сомнение, а вы не боитесь, что люди уедут со своими территориями? Или мы уедем со своими территориями? Подразумевая тех, кого он отправил в Россию. Почему никого из журналистов или даже из СБУ не возмутились по поводу того, что он людей отправил? А когда коснулся вопрос территории, то все сразу так возмутились. А люди что? Не... Для меня сегодня самая большая проблема, что он моих избирателей отправил в Россию. Я вам а мы не хотим жить ни в России, ни в Приднестровье. Между вами и Корчинским. Посада Корчинского в этой державе – Корчинский. А ваша народний депутат. Ну, извините меня, за мной стоят 160 тысяч избирателей. Я кажу я про не те, могу... що ваша відповідальність і за ваші слова, я зокрема, набагато більше, ніж Корчинського. Я не можу дозволити, щоб їх так оскорбляли, щоб їх відправляли в якесь Придністров'я, там, в ДНР або в Росію. Ми живемо на своїй землі, ми на ній виросли, ми живемо там, наші діди за це воювали, ми строїли цю країну. Я в 91-му році, коли я тут негодяй ще в школу ходив, я за цю країну голосував, я був офіцером, я голосував за цю країну, за її незалежність. Okay. А сьогодні, коли якийсь чоловік відправляє тих, з ким я живу, рядом, отправляет в РФ-ку. Я ему сказал, вы не боитесь, что произойдет то же самое, что с Крымом? Или то же самое, что будет еще ситуация, как на Донбассе? В этом меня обвинили в сепаратизме. Я признаю, что вот. Был некорректен. Я признаю, что я некорректно сказал. Угу. Но поверьте, я никоим образом не хотел ни обидеть ни тех, кто это, к этому отнесся как к сепаратизму. Я не являюсь сепаратистом. Я okay. несколько некорректно выразился. Мне за это не, несколько неприятно самому. Я извиняюсь, у кого это вызвало такие эмоции. Но я никоим образом не подразумевал никакой сепаратизм. Я просто спросил okay. по аналогии, что такое, что произошло с Крымом. Вас это не пугает? Окей. Okay. Щодо вас, до речі, тоді відкрили кримінальне провадження, потім його закрили, так, щодо сепаратизму. І от в цьому контексті хочеться запитати про наявність чи відсутність та все-таки політичних утисків. Тому що от в цій історії, якщо б були політичні утиски, то вас би притягнули таке за сепаратизм. А от згадується історія буквально в січні, в кінці січня цього року, так, було закрите також провадження з приводу питань до фінансування опозиційного блоку. Та моя колега з програми «Наші гроші» Мар'яна Мотрунич робила сюжет. І там була така історія, що чоловік з підприємства «Гіперіон Мега» нібито дав 1 000 000 гривень на фінансування опозиційного блоку. При цьому він казав, що він цього не робив тоді в сюжеті. Словом, були підозри закрили, справи немає. Теж, якби, видно, що утисків таки немає. У мене є на мені сьогодні 6 уголовних діл. Они возбуждены вот новой властью, причем там, знаете, все сразу, и получение взятки, и дача взятки, использование служебного положения, и посягательство на целостность Украины. То есть, ну, абсолютно статьи, я понимаю, что каждый негодяй, который считает сегодня своим долгом написать на меня какую-нибудь вонючку, и прокуратура должна реагировать, потому что вот как по ситуации с этим сепаратизмом, который сегодня мне закидает, как только что украинской мовы, то
Я понимаю положение СБУ. Они должны что-то написать, иначе сейчас придет 20 ПТУшников с палками и начнут профессиональных этих флагоносцев. Знаете, у нас сейчас такая профессия есть, профессиональные факелоносцы. Очень выгодно. Вот они не только сегодня появились, але просто... Ну, это категория людей, которых поэтому СБУ вынуждены возбуждать дела, чтобы у них под офисом не стояла вот эта категория людей. Вы розумієте, что згідно Кримінально-процесуального кодексу за будь-якою заявою автоматично слідчий відкриває кримінальне провадження. Тобто наявність кримінального провадження як такого, ну, це не є ознакою того, що щось відбувається. На мене можна завтра відкрити їх 10. Ну, вы себя будете чувствовать некомфортно. У вас же нет обысков. А по предприятиям, которые связаны с моим отцом, которые когда-то я возглавлял, у нас раз в две недели это обыски. У меня вот садома были обыски. Я не знаю, что они там искали. Может, прокламации «Ленин жив, Ленин жил» или так далее. Я не знаю. На самом деле, я в политике не первый год. С 98 года я депутат областного совета. Как ушел из армии, вот так практически я руковожу каким-то политическим... Ну, не каким-то, а партией регионов практически тогда было. Поэтому, понимаете, когда нас возбуждают дело, это пытается на вас к выборам набрать какой-то материал. Это дает основание им собирать. Я не боюсь этого. Я не сепаратист. Я хочу жить в своей стране, на своей земле. Ни в каком, ни в Приднестровье, ни в России. Хотя я русский по национальности. Я русский. Так. И, але ну, вы за державный украинский прапор? Я за государственный флаг, я за наше государство Украина, но только за ту страну, в которой за которую я голосовал в 91-м. За язык я считаю, что язык должен иметь региональный статус, который был у нас до этого. Добре. И обязательно должна быть децентрализация, потому что не должна быть такой собрано здесь все в руках одного зараз человека. Зараз переходим до питань політичної програми, і ми не маємо цього на це часу, бо в нас закінчується ефір. Я дякую за те, що прийшли, я дякую за те, що представили позицію опозиційного блоку в нашій програмі. Глядачам нагадаю, у нас був в гостях Євген Віталійович Балицький, це народний депутат від опозиційного блоку і, власне, відповідав на запитання, які в нас назбиралися за час роботи нашої програми.